И всем привет, дорогие друзья, дядя Кусик на связи, и сегодня у нас выходит новое топовое видео, поскольку у нас произошло обновление в симуляторе пчеловода, а именно вышел новый топовый код. Так что перед началом этого ролика, как я вам покажу этот кодик, давайте поставим лайкосик на этот видосик и также подпишемся на мой канал, кто в принципе этого еще не сделал, обязательно подписывайтесь колокольчиком. Ну и также, ребят, давайте наберем на этом видосике, ну, лайков 333, как только наберем это значение лайков, так сразу пускай новое офигенное и топовое видео. Так что давайте приступим к самому ролику. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе в принципе расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я в принципе для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем-то, ребят, сегодня у нас вышел кодик, а именно он вышел 18 часов назад. Да, как я вам говорил, то что ближе получается к день рождения, и в само день рождения игры у нас будет хоть какой-нибудь кодик добавлен. Ну и вот, в общем, там в игре исполнилось 15 миллионов мемберсов. То есть в переводе это 15 миллионов человек, я так понимаю, присоединилась к игре, ну или поиграла в игру. В общем, лично как-то так, я бы сказал. Ну и в принципе, Аннет захотел нас, в принципе, порадовать. Получается, с Аннетом все хорошо. Многие сейчас в комментариях спросят, а почему тогда не было Бисмаса? Хрен его знает. Просто хрен его знает, но возможно, Аннет не захотел его упускать, поскольку очень много его оскорбляли по этой теме. Ну и вот как бы так. В общем, давайте я вам покажу кодик, также его заюзаю и проверим, что он там вообще дает. В общем, заходим сюда, пишем вот этот кодик 15 миллионов members. Ну, в принципе, как-то так. Этот кодик, это что, я оставлю в закрепленном комментарии. Если что, ребят, на данный момент я не могу оставлять закрепленный комментарий, но уверен то, что все, кто увидит мой комментарий, то поставит на него лайк, и в тем временем мой комментарий будет топ-1 стоит, поэтому копируйте этот кодик. Если что, я его оставлю в комментариях. Ну, в общем, мы его, ребята, юзаем, и нам даются вот такие вот классные бафики. Даются они, ребята. В принципе, что, давайте я покажу. В принципе, нам дались всякие там плюс один red баллон, плюс одна маршмеллоу би, прикольно. 15 страфберри, ну и в принципе всяких ягод наших, да. 15 гандропов, в общем, вот таких вот вещей нам дали. В принципе, это не прямо очень крутые вещи, но тоже неплохо. Пускай они будут, чем их не будет, да. Ну и также офигенные бафики для вашего фарма. Надеюсь, на заднем фоне у меня не слышно. Это скорая помощь, либо полиция, вообще непонятно, кто там проехал. Ну, в общем, дается X4 буст на бамбуке, также дается на розах и также на кокосе. Ну и также, как вы понимаете, дается ветреный буст, а это значит, вы очень-очень долго будете фармиться и зафармите очень много меда. Обязательно используем перед тем, как мы хотим пофармить, то есть вы хотите пофармить, обязательно заготовьтесь для этого кода и идите фармите. В принципе, мое дело продемонстрировать, фармиться я, конечно же, под ним не буду. Опять же, повторюсь, не особо хочу сейчас фармиться и чем-либо заниматься, поскольку аккаунт у меня и так самый топовый, то что есть. Ну, в плане того, то что офигенно у меня аккаунт и топовый, так что фармиться я пока не хочу, а вы, конечно же, можете, да, нафармить себе, прокачать пчелок, в общем, сделать что-нибудь хорошенькое для своего улья или для своей прокачки. На связи был Костян, ребятки, надеюсь, вам видосик понравился. Так что, думаю, тебе будет нетрудно рассказать об этом видосике своему другу. Также порекомендовать это видео в каких-нибудь Roblox-сообществах. Допустим, в Телеграме или в Дискорде каких-нибудь Roblox-сообществ. Спасибо огромное, кто это сделал. Огромное спасибо тебе за поддержку, которую ты делаешь для меня. Ну, а на связи был Костян. Так что давайте обсудим этот кодик и сколько вы нафармили в комментариях под этим видосиком. Сейчас пойду, ребят, читать ваши комментарии. Так что давайте пообщаемся в комментариях. Так что
каждого жду. Ну и, в общем, на связи был Костян. Оставайся добрым, будь мудрым. Но завтра увидимся на новом топовом ролике. Так что всех обязательно жду. Спасибо, ну и всем до завтра.